Новые банкноты появятся в Якутии в конце декабря. Сейчас банки и предприятия завершают подготовку. На банкноте номиналом 2000 рублей изображены космодром Восточный, мост на острове Русский во Владивостоке. На купюре в 200 рублей Херсонес, Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. На лицевой стороне каждой банкноты есть QR-код, при помощи которого можно узнать о художественном оформлении банкноты, о их защите. Выпуск дополнительных банкнот в 200 и 2000 рублей заполняют пустоту между номиналами. Также они обладают увеличенным сроком обращения, так как в их составе есть пластик. Все чаще и чаще на популярных сайтах и в соцсетях стали появляться объявления с предложением купить данные банкноты по завышенной стоимости. В связи с этим мы хотели бы предостеречь наших граждан от такого рода сомнительных приобретений, потому что банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, они не являются ни юбилейными, ни памятными и будут выпущены в обращение в неограниченном количестве.